Присвоение ингушскому городу такого звания, уверен президент республики, сегодня важно, как никогда. Память – это самое всесильное, что есть у человека. И это было испытание не просто там общественного, государственного строя нашей страны, а испытание действительно нашего народа. А победили мы, потому что наши предки, наши деды, они были вместе.